Всего четверть жителей рабочего поселка оплачивают квитанции за вывоз мусора. Остальные же услугами пользуются, однако заключают договор с предприятиями не торопятся. Это и стало причиной образования стихийных свалок в частном секторе. Обслуживающие организации поселка ТОО «Коммунхоз» отмечают, что этих средств не хватает даже на обслуживание техники. Поэтому теперь за вывоз твердых бытовых отходов будет платить каждый житель микрорайона. Месяц человека – 234 тенге. Правило вводится с 1 апреля. Сейчас в рабочем поселке около 130 специальных контейнеров. В скором времени планируется установить еще 90. В рабочем поселке в данный момент проживает около 23 тысяч населения. Из них с нами в договоре и оплачивают за вывоз табло примерно только 6 тысяч человек. И нашей организации это нерентабельно. Мы не окупаем тоже горючие смазочные материалы, запчасти, те же заработную плату для своих работников.